Россия сегодня передала Израилю танк, который больше 30 лет хранился в Центральном музее бронетехники в Кубинке. Там состоялась торжественная церемония. В ней принял участие премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Магах-3 был захвачен сирийской армией в 1982-м во время Первой Ливанской войны. После этого руководство Сирии решило передать боевую машину нашей стране. По словам Нетаньяху, танк станет символом героизма израильских солдат и знаком большой дружбы России и Израиля. Премьер от себя и от семей погибших членов экипажа поблагодарил Владимира Путина. Сегодняшнее событие стало результатом договоренности лидеров двух стран. И теперь место в экспозиции Центрального музея бронетехники займет аналогичный образец танка, который предоставила израильская сторона.